Неоднократно говорили о том, что спешка на дороге до добра не доводит. Объезжая пробку, водитель экономит всего пару минут, не задумываясь о печальных последствиях. Зачастую обгоны становятся самыми опасными источниками дорожно-транспортных происшествий. Так и случилось в Славянске на Кубани. На место аварии отправилась наша съемочная группа. 18 августа на трассе Темрюк-Краснодар-Кропоткин около 15 часов из-за несоблюдения правил дорожного движения произошла авария. В результате – груда искореженного металла и пострадавшие люди. Водитель автомобиля «Приора» без государственных регистрационных знаков двигался со стороны улицы, со стороны города Славянска на Кубани, в сторону Темрюка, где выехал на обочину, не справился с управлением, его вынесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с автомобилем «Нива», двигавшийся с города Темрюка в сторону Славянска на Кубани. При этом ДТП пострадали 3 человека. Все были доставлены с различными степенями тяжести, доставлены в Славянскую ЦРБ. Задумайтесь, стоит ли рисковать жизнью, совершая опасные обгоны. Превышение скорости, выезд на встречную полосу движения, пересечение сплошной, непристегнутые ремни безопасности могут привести к печальным последствиям. Помните об этом, садясь за руль. Будьте осторожны и внимательны на дорогах. Не пренебрегайте правилами дорожного движения. Это может сохранить вам и вашим близким жизнь.